гоу проверим. Может, это портал в топзалет? Ха-ха. А что, очень похож. Так, сейчас что-то да будет. Ого-го! Это что еще такое? Ха-ха! Я очень надеюсь, что нас сейчас в туалет не отправят. Ну, пожалуйста. О, не отправили. Споки-ноки. А это что еще такое-то, а? Где я? Беги и не оглядывайся назад. Чего? Куда бежать-то? Где вперед, где назад? Ну, побежали, короче, куда глаза глядят. А, что-то я бегу, а коридор увеличивается. Или меня уже глючит? Что вообще происходит тут? Кто здесь? А, тут точно кто-то есть. Шрек, это ты? А? С вами Локки Бобо. Ребята, я тут решил немножечко передохнуть. Так что сегодня мы отправимся отдыхать в отель к Шреку. И проведем там 5 ночей. Думаю, будет прикольно. А кто тоже так считает, то прямо сейчас поддержи этот видосик и поставь лайкосик. Ну а также, если ты еще до сих пор не подписан на мой канал, ну сделай это. Жмякни ты эту красную кнопку подписаться. А для всех, кто любит искать пасхалочки в моих видосиках, в этом видео я спрятал 4 пасхалки в виде ослика вот такого. Попробуй их найти. И напиши тайм-код в комментариях. И, возможно, именно твой коммент попадет в следующий видосик. А сейчас хватай вкусняшки! И мы начинаем! По какой-то причине вы покинули свой дом и переехали жить в новый город. Интересно, по какой же? У вас есть работа, но у вас пока недостаточно денег, чтобы купить новый дом. Вы решили остановиться на 5 ночей в отеле Шрека. Возможно, вы могли бы подзаработать необходимые деньги для нового дома. Ну что ж, погнали! О, привет, Шрек! А ты неплохо устроился тут. Я у тебя парочку ночей приведу, надеюсь, ты против не будешь. Да уж, вот взгляд у тебя странный какой-то. Я бы даже сказал, стрёмный. Ха-ха, а тебе усики очень идут. Ребята, кто тоже так считает, напишите в комментах. Так, давай-ка с тобой поболтаем. Хорош молчать уже, а? Шрек, ау! О, привет всем! Добро пожаловать в отель Шрека! Чем я могу вам помочь? Привет! Могу ли я снять комнату на 5 ночей? Пожалуйста. Конечно! У нас есть пустая комната после второго наводнения. Отлично, а какой номер? Угу, понял. Пойду-ка я сам поищу. А то Шрек залип. Я надеюсь, комната будет в порядке после наводнения. Да еще и после второго. О, привет, ослик! Yeah. Ослик, а ты там в порядке? Выглядишь как-то не очень. Походу, ты договорился. Ха-ха. Что-то в этом отеле не так. Чувствую. Причем всеми местами. О, а вот и дверь. Может, это моя комната? А, нет. Тут еще целый этаж. Ну еще будем стучаться во все комнаты, пока не найдем свою. О, а это кто еще? Шрек плюс 50 килограмм? Ха-ха. Или это его папа, или дедушка. А может быть, прадедушка? О, эта картина еще и двигается. Давайте попробуем еще раз. Да-да-да. Ее можно двигать. Интересно, мы за ней что-нибудь найдем? Ну, например, сейф какой-нибудь. О, слышали? Как будто что-то открылось. И я думаю, это дверь. Может, моя комната? Но не эта дверь. А тогда какая? Дедушка Шрек, подскажите, плиз. Да уж, ясно. Тут нужно все самому делать. Подсказки не дождешься. О, может, вот эта дверь открылась. Проверим-ка. Ого, это, походу, моя комната. И мы ее нашли. Ну, очень похоже. Кровать, полка и батарея. Все, что нужно. В особенности полка наверху. Ха-ха. Так, проверим-ка на мягкость кроватку. Мне нужно сходить в туалет перед сном. Хм, не нужно. Я не хочу. Но, походу, это не предложение. И пока мы не сходим в туалет, то лечь в кровать мы не сможем. Ну окей. Гоу искать тубзалет. Я думаю, он должен быть где-то тут, на этаже. О, может, это вот тут? А это что такое? На туалет совсем не похоже. Но тут больше дверей нет-то. Ну ладно, гоу проверим. Может, это портал в тубзалет? Ха-ха. А что, очень похож. Так, сейчас что-то да будет. Ого-го. Это что еще такое? Ха-ха. Шрек, стопэ-стопэ, ты что вытворяешь-то, а? Ты нашел скрытый секрет. Вечеринка Шрека. Все-все, хорош, Шрек. Мне твои танцы снится будут потом. Ха-ха. Я вообще туалет искал. Да хорош, блин. О, а как я тут очутился? Мистика какая-то. Шрек, ты что, довольный такой, а? Или ты еще после танца не отошел? Ха-ха. Подскажи лучше, где здесь туалет? А то я устал с дороги и не против бы уже поваляться. О, нет-нет-нет, хорош меня кадрить тут. Ха-ха. Давай лучше скажи, тут две двери. Какая из них тубзалет? Вот это? Понял, проверим ее. Она закрыта. Че это за прикол-то вообще, а? О, а может вторая дверь наша? Блин, и она закрыта. Ну ладно, пойду-ка я на улицу. Может, там тубзалет хоть найду. Блин, и тут закрыто. Да что это такое, Шрек? О,
Привет! Добро пожаловать в Шрек-отель! Чем могу я вам помочь? Привет, привет! Я могу снять у вас комнату на 5 ночей? Блин, зачем я повторяюсь? Конечно! У нас есть просторная комната на втором этаже! Извините, а не подскажете, где тут туалет, мистер Шрек? Да, конечно! Туалет – это первая дверь с левой стороны от вас! Ну, спасибо! Вы очень любезны стали! Но она, блин, закрыта! Была, сейчас проверим! О, открылась! Все, не подслушивай! Ха-ха! Так, я-то в туалет не хочу совсем, но, видимо, пока не схожу, в кровать не лягу. Значит, придется на нем посидеть. Ха-ха! А это что еще за подстава? Капец! Шрек, это все ты! Я знаю! Все, тут задание я выполнил. Можно отправляться в комнату? А то уже... Ай, как-то спать хочется. Спокойной ночи, Шрек! Все, прекращай, Шрек! Ха-ха! Гу-гу-гу в свою комнату, а то он не успокоится. Ай, надеюсь, кроватка мягкая, и я высплюсь. Конец первой ночи. Ночь 2. Доброе утречко, Шрек. Как дела? У меня завтрак включен там или нет? Походу нет. Жаль. Привет! С возвращением! Что ты делал сегодня? Если не возражаешь, я спрошу. Ты уже спросил вообще-то. Я усердно работаю на новой работе, которую я получил. Мне осталось не так много насобирать денежек, чтобы купить мой новый дом. Класс! Кстати, мне нужно сделать кое-какую уборочку, на которую у меня нет совсем времени. Не хочешь мне помочь с этим? Я заплачу. Это звучит как хорошая сделка. Класс! Ты видишь коробки у себя за спиной? Пожалуйста, отнеси их наверх, в комнату. Понял, принял. Сейчас сделаем. Только вот в какую комнату-то наверху? Ай, ладно, сами разберемся. У него уже бесполезно что-то спрашивать. Тем более, я догадываюсь, какая комната нам нужна. Так как наверху всего 3 комнаты. Одна из них моя. Вторая с телепортом в танец Шрека. А третья была закрыта. Значит, нам сюда. И это правильно. Логика отлично у меня работает. Так, ставим коробку. Готово. И гоу, быстренько. Принесем все остальные коробочки. Гоу-гоу-гоу. Ну все, готово. Шрек, иди принимай работу. Ага, он так взял и пришел. Он, походу, вообще приклеен к этому столу. Так, гоу к нему, скажем, что работа сделана. Шрек, я все сделал. Можешь сходить проверить? Отличная работа. А теперь иди и спи. Я заплачу тебе завтра. Не-не-не. Давай сегодня. Завтраками меня кормить не нужно. Ладно, поверю тебе. Может, ты суеверный и на ночь деньги не даешь? Кто тебя знает? Тебе нужно сходить в туалет, прежде чем ты поднимешься наверх. Да капец. Что это за контроль такой посещения туалета? Перед сном. Я же не маленький. Шрек, да не волнуйся ты так. Я не описаюсь. Ха-ха. Тем более, я не хочу. Что мне там делать? Ладно, тут за нас все решено. Так, ребята, закрывайте уши. Да уж, после этого туалета нужно руки мыть с мылом. А воды-то в кране нет? Шрек, крана в раковине не работает. Да-да, в туалете не работает кран. Вот тут, иди сюда, покажу. Ты чё, мне не веришь? Нет. Ай, да ну тебя. Пойду-ка я лучше спать. Утром забегу за денежкой. Не забудь. Спокойной ночи. Ой, кроваточка моя родненькая. Иди-ка сюда. Что это было? Как я тут оказался? Шрек, я что, лунатил, что ли? С возвращением! Как тебе спалось прошлой ночью? Нехорошо. Прошлой ночью мне приснился кошмар. С тобой, кстати. Мне очень жаль это слышать. Я надеюсь, что теперь ты в порядке, потому что у меня есть для тебя работа сегодня вечером. Я хочу, чтобы ты взял метлу из комнаты, в которую вчера ты поставил коробки и почистил ею туалет. Пожалуйста. Туалет, значит, да? Сейчас оценим мы, насколько он грязный. Шрек, открой двери, дай посмотреть. Капец, какой хитрый, а? Так, ладно, я за метлой-то сбегаю, а потом решим, кто убирать будет, ты или я. Шрек, надержи, иди-ка ты убирайся. Я сказал, бери метлу и начинай убирать. Чего? Сам убирайся. Грубиян, блин, раскомандовался он здесь. Ой, сорян. Ладно, пойдем посмотрим, что там да как убирать надо. Так, тут вроде как чисто. Ну, пол можно протереть, что ли, а я боялся. Вот так, протрем. Ну все готово! Чисто-то! Ну ладно, еще пару раз протру. Отлично! Все блестит! Шрек, я все сделал! Шрек! Ау, ты где? Я думал, ты от этого стола не отходишь совсем. О, ключик оставил! Сейчас нужно проверить, от какой-то он двери. Может, от той, что с туалетом рядом? О, точно от нее! И я вижу записку. Походу, нам ее Шрек оставил. Интересно, а куда он сам смылся-то, а? Сейчас прочитаем, может, поймем. Чего это за каляки-маляки тут такие? Ха-ха! Тут же ничего не разобрать вообще! Да причем ни под каким углом. Капец просто! Вон написал. Ладно, гу в свою комнату. Отдохнем. Может, по пути и Шрека встретим. Гоу-гоу-гоу!
Ослик, а ты случайно Шрека не видел? Понял, ты не знаешь. Вот куда этот зеленый-то пропал? Странно это, очень странно. Ну все, день подошел к концу. Спокойной ночки. А, точно, я в туалет же забыл сходить. Вы должны положить метлу назад, в комнату. А, точно, куда ж я с метлой-то, а? В кровать. Капец, заработался. Гу, положим ее. Так, все, метла на месте. Можно отправляться спать. Что-то я подустал сегодня. Я очень надеюсь, что нас сейчас в туалет не отправят. Ну, пожалуйста. О, не отправили. Споки-ноки. А это что еще такое-то, а? Где я? Беги и не оглядывайся назад. Чего? Куда бежать-то? Где вперед, где назад? Ну, побежали, короче, куда глаза глядят. А, что-то я бегу, а коридор увеличивается. Или меня уже глючит? Что вообще происходит тут? Кто здесь? А, тут точно кто-то есть. Шрек, это ты? Чего? Это что вообще было? Это опять кошмар? Полночь? Три. Все-таки мне приснился кошмар, и я проснулся среди ночи? Ну так после такого... Как же не проснешься? Так, Гу, посмотрим, где вообще Шрек? Шрек, ты тут? О, появился! А куда ты вообще пропадал? О, сейчас глубокая ночь. Сэр, почему вы все же еще не спите? Сэр, что с ним вообще? Мне только что снова приснился кошмар. Кстати, а где ты был? Ты ушел после того, как я почистил туалет. О, мне жаль, но мне пришлось пойти и кое-что сделать. И да, я проверил туалет. Он был очень чистый. Спасибо. Иди спать. Окей, но ты обещал заплатить сегодня. Я сказал, сейчас же иди спать. Не-а. Я сказал, живо спать. Тише ты, раскричался. Я в туалет вообще-то хочу. После таких кошмаров не мешало бы его посетить. Да уж, как хочу, так не пускают. А как не хочу, так заставляют. Капец тут сервис. Так, надеюсь, кошмарики мне больше не приснятся. Но это не точно. Ты проспал третью ночь. Ночь 4. Ой, доброе утречко. О, вижу, для кого-то оно совсем не доброе. Шрек, что случилось-то, а? Что с лицом? Давай, рассказывай. У тебя вообще все хорошо? Да-да, все хорошо. Есть только небольшая проблема с подсветкой, которая скоро будет исправлена. Ну тогда ладно. Может, есть что-нибудь, чтобы ты хотел, чтобы я сделал для тебя сегодня? Нет, я имею в виду да. Ты боишься крови? Нет, а почему ты спрашиваешь? Иди снова, возьми метлу и убери беспорядок в туалете. Не-не-не, что-то мне это задание совсем не нравится. И посмотреть, что в туалете, конечно же, нельзя, да? Ладно, ладно, да не смотри ты так на меня. Ща принесу метлу. Вот, Шрек, держи, иди убирайся. Я сказал, живо пошел убирать в туалете. Да что это за рабство-то такое тут, а? А не отель. Да иду, иду я, не зыркай ты так на меня. О, блин, блински, а это что за капец-то тут? Что тут вообще произошло? Шрек, нужно срочно вызвать скорую и полицию заодно. Я не буду тут убираться, ни за что. Ой, капец! Что это было вообще? Шрек чё, с катушек съехал, что ли? О, смотрите, стоит недовольный. Так, нужно сваливать отсюда. И побыстрее. Чё-то мне не нравится его взгляд. Шрек, ты мне ничего сказать не хочешь, а? Да вообще, расскажите хоть кто-нибудь, что тут происходит? Куда я вообще попал? Я отпущу тебя, если ты примешь мой вызов. Собери для меня 40 луковиц, иначе я сделаю коврик из твоей кожи. У тебя 1 минута. Да пошел ты, Шрек, куда подальше со своими луковицами? Давай, шевелись задницей, или я убью тебя. Да капец, Шрек реально с катушек съехал. Какие луковицы? Где вообще они? О, вижу, они тут, в полу торчат. Луковицы в коридорах растут, капец. Я-то многое повидал, но такое у меня впервые. Че он там сказал? Нужно собрать 40 луковиц за минуту? Да это вообще реально? Они же тут разбросаны везде, где только можно. Да жесть, блин, какая-то. Я, конечно, постараюсь, но вряд ли успею. Хотя у меня есть все шансы, и нужно постараться. Так, давайте-ка поднажмем, чтобы успеть. Ведь я понимаю, когда закончится время, то Шрек выйдет на охоту за мной. И тогда будет мне не сдобровать. О, мне осталось найти меньше 26 луковиц, и у меня на все про все 30 секунд. Почти в секунду по луковице. Но если они вот так нам будут попадаться, то я справлюсь. Капец, а где все остальные? О, вот еще один луковый коридорчик. И быстрее, быстрее. 20 секунд, 20 луковиц. О, вот еще луковички. Идите-ка сюда. Быстренько, от вас зависит моя жизнь. Да уж, звучит, конечно, капец. А луковицы, кстати, прикольные. С глазками, прям как живые. Так, мне осталось найти 10 луковиц. И у меня 5 сек. Все, я точно не успею вовремя. А, капец, все, время закончилось.
закончилась. И Шрек вышел на охоту. Так, а где-где луковички? Вы должны быть где-то тут, в этих коридорах. Но тут же можно заблудиться. Капец какой. О, вот еще одна. И еще вижу несколько на горизонте. Так, нам осталось всего 5 луковиц. О, вижу еще одну. Значит, 4. А вон еще одна есть. 3. Все, тебе хана. А, нет, только не Шрек. Отстаньте от меня. Быстро убегаем от него. Гоу-гоу-гоу. О, я нашел еще одну луковицу. Она тебе не поможет. Да нет, как раз таки и поможет. Валим. Я нашел, наконец-таки. Я тебя тоже нашел. Так, мне осталась одна луковица. И я ее вижу. А, нет. Да ладно, блин. Это капец, у меня просто слов нету. Что, придется все сначала делать? Ах, капец. Ну что, недовольный, готов побегать? Так как я готов. Давай-ка сразимся еще раз. Так, все, время закончилось. И у нас осталось 12 луковиц. Капец, это очень много. А нет, 11, 10. Короче, у меня мало шансов, но я не могу проиграть. Можешь, с тебя получится отличный коврик. Ага, мечтай, Шрек. Не в этот раз, это точно. Ты че смеешься, Громила? Тебе вообще лучше жить на болоте с твоими повадками. О, вижу еще одну. И у нас осталось всего 2 луковицы. 2. Так, я вижу одну луковицу. И тут где-то должна быть вторая. О, да, вот она. И Шрек тут. Побежали. Нет, блин, я луковицу не забрал. Но от Шрека убежал. Ну же, быстро. Мне там Шрек в спину дышит. Уже все задуло, блин. Есть, осталась одна. Одна денешенька. Ну же. Так, мы выходим на финишную прямую. И нам остается парочку шашочков. А, нет, Шрек, отвали. Я буду быстрее. Ты выжил и закончил игру. Ну, класс. Наша взяла. Спасибосик тебе, Рендер Пай, за игру. Ох, ничего себе, мы отдохнули! Так отдохнули. Еще неделю отдыхать от этого отеля нужно будет. Ребята, ну как вам видосик? Напишите в комментах. А давайте сделаем так. Если этот видосик соберет 10 тысяч лайков, то мы сходим еще раз в этот отель, к Шреку. И я вам покажу, как пройти эту игру с секретной концовкой. Думаю, вам понравится. Ну а также можно поприкалываться с Громилой Шреком. Короче, ребят, если хотите еще один видосик с этой игрой, то ставь лайкосик. А сейчас время ваших комментариев. Спасибо, мои хорошие, за ваши комменты и поддержку. Я это очень ценю. А на сегодня это все. Всем пока-пока! До следующего видосика!